Звонок в службу спасения поступил в понедельник вечером. Помогите мне. Я Аманда Берри. Вам нужна полиция, пожарная или скорая помощь? Мне нужна полиция. Что же произошло? Меня похитили. 10 лет меня считали пропавшей без вести. Сейчас я на свободе, со мной все хорошо. Говорит сосед Чарльз Рэмси. Я услышал крики, которые доносились из дома соседей. Женщина хотела выбраться оттуда. Она колотила в дверь и кричала. Я подошел, и она сказала: «Помогите мне выбраться отсюда. Я нахожусь здесь в течение долгого времени. Я пленница, жертва насилия». Я помог выбить дверь, и она выбралась наружу. На руках она держала маленькую девочку. Она сказала: «Позвоните в службу спасения».